человек, проснувшись утром, должен сделать обязательно зарядку. Первое отделение зарядки – это надо сделать постельную гимнастику. Не как в армии, рота подъем и бегом. Нет, спокойно сделать лежа, проснувшись упражнения. Они простые, доступные каждому. Растираете руки, потом растираете лоб. Затем делаете упражнение для глаз. А лучшее упражнение для глаз – это пальмы, поладонивание. Накрыли ладошками свои глазки и хвалите их. Затем снимаете руки и делаете тот же пальмы для ушей. Ушки надо еще растереть вилочками, потом их помассировать. Затем вы делаете движение руками вверх-вниз над собой, влево-вправо. И разглаживаете, массируете щитовидку. Потом упражнение для живота. Обязательно массируйте. И следующее – втянули, выпустили. Следующее упражнение обязательно для ног. Ножкой на себя, одной другой. Ну, а потом растерли затылочек обязательно и помассировали свою голову. Потом делаете, еще есть упражнение для репродуктивных органов, это тоже очень важно. И лежа вибрируете ножками и ручками. Затем спускаете ноги с постели и помассировали свои ноги. Вперед-назад. Вот вам достаточно. Дыхаем. Вы, как говорится, закаленный против стресса человек. Это упражнение создал Арнольд Гринштадт, то есть у него комплекс упражнений, основа у них виброгимнастика. И вот таким вот образом вы делаете виброгимнастику, и каждая, подчеркиваю, клеточка организма нагружается и очищается. А у вас появляется бодрость, настроение и хорошая тоже разминка перед любым видом деятельности. А затем выхожу и обливаюсь.